Тюмени готовится к официальному открытию межрегиональный центр компетенций. На базе одного из колледжей оборудовали аудитории и площадки для 12 направлений чемпионата WorldSkills. Участники отборочных туров их уже опробовали, но чемпионов российского масштаба здесь еще не было. До этого вторника. Сегодня тренажерную площадку направления администрирования отеля протестировали участники нашей национальной сборной. Мы посмотрели, кто и как пытается изменить к лучшему русский сервис. Добрый день, чем могу вам помочь? Добрый день, я бы хотела заселиться. Сценку из жизни администратора отеля эти девушки разыгрывают в день не по разу. Задача участниц национальной сборной WorldSkills – встретить и заселить клиента как дома, даже самого привередливого. Безусловно, харизма, она нужна. Без этого никуда. Но и также у нас очень профессионально подобран педагогический состав сборной. И они нас обучают, направляют, приводят примеры. То есть и нам дают разные ситуации. Они выступают в качестве актеров, исправляют наши ошибки. Один из тренеров, челябинец Аркадий Бодрягин, не так давно занял 5-е место на международном этапе и знает их требования не понаслышке. Нужно избавляться от некоторых наших привычек, за которые даже меня на Евро немножко так поджуривали. Мы очень мало улыбаемся, надо больше улыбаться. Это все начинается с улыбки, а дальше все пойдет как по маслу. Наши российские стандарты отличаются от международных стандартов. И у участников, у студентов нет достаточно практики и той самой информации, которая необходима для участия на чемпионате Европы. Пока в Министерстве образования думают над сменой стандартов, эксперты WorldSkills начали менять ситуацию своими силами. Обучают педагогов. В Тюмени провели семинар для преподавателей СУЗов Уральского округа. Русский сервис – это никакой сервис. А чтобы в мире говорили, русский сервис, о, да они улыбаются, да они, мы так встречать можем, с открытой душой. Как и все учебные заведения страны, Тюменский межрегиональный центр компетенции сегодня готовится к началу учебного года, и уже с сентября тюменские студенты смогут повышать здесь квалификацию и получать дополнительные навыки не только по администрированию отеля, но и еще по 11 компетенциям. В сентябре здесь пройдут отборочные этапы, а в декабре – региональный. Его победители получат шанс попасть в национальную сборную. Роман Явныч, Сергей Кондаков, Андрей Захаров. Тюменское время.